Ну что, Торонто, готов вернуться к работе? Нам нужно выудить кое-какую информацию. Встречаемся на конспиративной квартире в 19:00. Ты рано. Если пришел вовремя, значит опоздал. Разве не так? Давай за мной. Устроишь мне экскурсию? Там что, игровая комната? Всем нам жилье полно сюрпризов. О, черт! Нет! Кто это? Это человек из Торонто. Подожди, что? Я человек из Торонто? И он здесь, чтобы пытать тебя. Как во имя всего святого вы там оказались? Они хотели, чтобы я был тем, кого вы ищете. Я не он, но мне пришлось вести себя так, как будто я им был. Ты этого хочешь? Нет. Они хотели, чтобы я его пытал. Сейчас я тебе пасть порву и моргало выколю. Что это? ФБР! Что я такого сделал? Наш единственный шанс найти человека из Торонто — это продолжать вам играть человека из Торонто. Человек, о котором вы говорите, он же настоящий психопат. Убивает людей, режет их почем зря. Приветик. Я человек из Торонто. Возражаю. Нет, я человек из Торонто. Сам напросился. Мои клиенты думают, что ты — это я. Так что ты выполнишь задание, или я с тобой такое сделаю. Сорян, не надо меня убивать. Никогда ко мне не прикасайся. Ты справишься. Мне страшно. Соберись. Поразмахивай ножами. Кто тут должен расколоться? Мой глаз. Я ничего не вижу. Просто проглоти. О, боже. Ты настоящая катастрофа. Клиенты хотят, чтобы вы оба были мертвы. Мы справимся. Последние пару дней были не особо-то хороши. Но каким-то образом тебе удалось вдохновить меня. Но я больше не хочу быть тобой. Еще разочек. Ты выстрелил мне в задницу! А нечего маячить у меня на пути. Человек из Торонто.